Вот такой комментарий человек оставил под моим последним видео. Ну так если вы не хотите этого делать, то и не делайте. Все эти сказки о том, что у мужчины обязательно должны быть отношения с какой-то женщиной, и что без этого он неполноценен, придумали и распространяют в первую очередь сами бабы, потому что им это выгодно. Если убедить мужчину в том, что для того, чтобы стать полноценным, ему нужно обязательно завести отношения с какой-то женщиной, то им будет гораздо легче манипулировать и управлять. К моему большому сожалению, этот бред повторяют и некоторые, прости господи, мужчины. И в том случае, когда бабы или оленяки, узнав о том, что у вас нет никаких отношений с женщиной, начнут высказывать предположение о том, что вы или гомик, или импотент, единственным правильным ответом на это будет: идите нахуй. Ни моя сексуальная ориентация, ни моя потенция вас ебать не должны. Кто вы вообще есть такие, чтобы указывать мне, что делать и как я должен правильно жить?